Приветствую всех зрителей канала Едига. Мы продолжаем готовить в уютной студии Академии кулинарии «Это просто». И сейчас мы приготовим очень-очень вкусный десерт. Один из моих любимых десертов, который готовится чрезвычайно просто. Это будет шоколадный брауни. Для него нам понадобятся очень простые продукты, доступные. Это мука, яйца, сахар, горький шоколад, сливочное масло, какао и щепотка соли. Первым делом нам нужно растопить на водяной бане сливочное масло с горьким шоколадом, чтобы получилась однородная консистенция. В отдельной посуде взбить до пены сахар с яйцами. Добавить муку, какао-порошок, щепотку соли, перемешать. Соединить обе массы вместе, влить в форму и выпекать в разогретом до 180 градусов в духовом шкафу около 20-25 минут. Дать десерту остыть и подавать на стол. И я обещаю, будет вкусно!